И всем привет, дорогие друзья, с вами я, Жека, и сегодня со своим другом Игорем поиграю в Самп. Да, ребята, всем привет. И вы, ребят, пожалуйста, не переключайтесь, потому что я знаю, что многим не нравится Самп, но многим и нравится, многие мне писали, я думаю, Игоря, подписчики тоже. Да. Некоторые любят Самп, но это, ребята, будет просто очень необычный летсплей. Да, именно летсплей мы будем здесь снимать, ну, довольно-таки часто. И сейчас, ребята, у нас будет супер прикольный ивент на этом сервере. Мы играем, кстати, на Advance RP, ссылочки там в описании, можете с нами заходить и играть. Игорь, мы давай. Мы играем на Green сервере, ребята, ссылочки все будут в описании, и играем на Advance RP. Да, играем мы практически каждый день, будем фаниться здесь с вами, так что заходите. Да, Игорь, ты можешь объяснить, пожалуйста, что же сейчас будет? Короче, мы будем две бабоньки прыгать с парашюта. Да, это реально просто офигенно, да. Мы будем прыгать с вот этим большим наплывом людей, короче, с парашюта, в общем-то, да. Бабоньки такие. Да, то есть сейчас, ребята, администратор этого сервера проводит ивенты, мы как раз в это время записываем. Сейчас мы вот на этом огромном самолете, я вообще не знал, что такое сампе можно делать, полетим наверх, то есть, ну, наберем высоту, а потом мы все вместе, вот этот весь этот сервер, будем прыгать вниз, да. Не, ну, в общем-то, сервер очень крутой, здесь очень много проводится ивентов, также можно просто играть по РП, но сервер очень крутой. Да, и еще, что еще хотел сказать, А, ты, кстати, умеешь управлять парашютом этим? Нет. Вот я тоже не умею, блин, я знаю, что там, ну, в GTA 5, там, на левую кнопку мыши открывать парашют, потом... Не, вот ну, это... на GTA 5 я тоже знаю, как, а тут не знаю. Мне кажется, то же самое, никак думаешь, не? Блин, интересно, в GTA 5 когда-нибудь такую штуку сделают? Ну, пока не сделают, я буду играть сам. Ну что, в GTA 5 реально делать нечего. То есть проходишь какие-нибудь ограбления. Там и просто ограбления все прошел, и все, там, в принципе, игра на этом кончается на мультиплеере. Да, больше. Я считаю, что 2000 тратить. Ну хотя не, можно, в принципе, если есть лишние деньги. А если у вас последние, то 2000 лучше на GTA 5 не тратить. Я не знаю, может придумать GTA 5 какую-нибудь этот пиратскую, так как сам может. О, слышь, вы полетели! А офигеть! Я повываливал. Ты вывалился? Да, я вывалился. Ну круто полетели. А, слушай, а, я тоже вывалился. Черт, я открыл парашют. А я открыл парашют. А ты бомж или не бомж? Я бомж. Сейчас разобьешься, короче, посмотри. Слышишь, я из бабоньки в бомжа трансформировал. Нет, слушай, я лечу, я баба, то есть я лечу. Нормально. В смысле? А я не лечу. Отойди, подожди, а как а я, а я падаю так? Такой, йоу, ага, на-на-на-на-на-на. Не, слушай, круто, полетали, круто, мне понравилось. Считай, я не совсем понял. О, на баба. И вот еще. Одна баба. Да, мы выехали. Я потом что ты делаешь? Мне не нравится эта машина, пойду другую сяду. Итак, ребята, короче, что-то у нас с этим самолетом не вышло, но вы, в принципе, видели сами, что произошло. А, вот, поэтому у нас, ребята, новый ивент. А, собственно, сейчас вот эти все машины, которые стоят вокруг нас, они все поедут нас таранить. В общем-то, Игорь, давай объясним. И мы поедем машины таранить. В общем, бабоньки поехали кататься. Джентльмены на таких крутых тачках будем. Да, вот эти лохи на... Ой, извини. Ты чё? Короче, смысл в том, что нам нужно взорвать все остальные тачки. Ну, как оно... Понимаешь, мы с тобой стоим в самом центре. Мне кажется, нам самая жопа будет. Мне кажется, их очень много, этих машин. Вон там уже люди падают. Игорь, ты готов? Да, я завел движок свой мощный. 60. А, погнали! Все, погнали. Давай, тимворк. А, ты где? Репа уже, я мотор. Ай, все, мы знаешь, как-то выделяемся, нас сейчас будут бить. Короче, ой-ой-ой, главное не переворачивать. Ой-ой-ой-ой. Жека, извиняюсь. Короче, я по типу поехал. Пусть они тут месяц, а мы пока это отъедем в сторону. Тактика, слышишь, вообще не пацанская. Я. Да понимаешь, я девчонка. А сколько у тебя хп? У меня 881. У тебя? А у меня 917. Блин, ну, короче, месяц. Бабоньки поехали кота. Ой, слушай, я чуть не перевернулся. Черт. 801. Я перевернулся и обратно стал. Тут, походу, можно. Ну, да, я не уверен. Не, у нас просто, понимаешь, такая машина крутая. Ой, короче, такому типу сейчас хорошо так маслал. Блин, а у них столько же ХП на машине? А, нет, у них меньше, у них говно машина. А ты где? Ой, тебя вижу, вот это большая машина. Колеса, вообще зимняя резина такая дорогая. Ай-яй-яй, нифига машина летает. Ой-ой-ой. Вот это, я вижу. Ай-яй-яй, меня замаслали. Давай. Это алло, ну тип вообще дерзкий какой-то. Он употребил 1 грамм наркотиков и запинал меня. Теперь я трансформировался в бомжа. Ой, ё-моё, поехали нахрен нагибать, ну, Бов. Так, ну чё.
Значит, мы выехали на район. Да, вот такие вот мы едем. Ага, да. Бабоньки. Ой, я уже не бабонька. О, давай будем давить этих бомжей всяких. Ой. Ой. Жека, что ты такой злой? Не, мне нравится, ну понимаешь, если врезаться в машину, то есть шанс, что мы перевернемся. А кстати, давить. Ааа! Куда? Подожди, надо, я знаю, надо тактика, подожди, нужна тактика. Мне кажется, что нужно давить бомжей. Мне кажется, их очень много еще. Давай, давай, давя бомжей. Ааа! Говно, жопа, тварь. Если бы такое в реальной жизни произошло, по он бы уже не выжил. Ну ладно. О, смотри, труп валяется. А, нет, не труп, это еще жив, смотри. А, у тебя тоже как-то ползет? Да. Он горит! Мы сейчас взорвемся! Побегаю, я живой, живой, все нормально, нормально, машина живая. Нормально, Жека, рулю. Тут еще что-то взорвалось. Кстати, машин не очень таки много уже осталось, но людей очень много все равно. Я буду всех сбивать на говно. Так, ой. Ой. Вот и Жека и трюкач, я тебе отвечаю. Что ты делал? Ща, мы перевернём. О, видишь, все изи. Дверь открылась, как закрыть? Так, короче, нам нужно кого-нибудь сбить. На, говно, тварь, получи. Все, сбили, но мне кажется, нужно задавить. Говно собачье, иди сюда. А ты можешь это стрелять из машины, у тебя нет оружия. Долго. У меня нет оружия, я могу. Ой, горит, пацан! Отъезжаем. Так, отъезжаем. Дави его, дави его. Не, вот это реально круто сделано, что здесь много ивентов. Это жестко. Да. Так, ну давай, камон. Почему? Так, почему? А, осталось всего лишь 5 машин, да? А у меня, походу, бензин закончился, слышишь? У меня бензин закончился. Да? А, да, у меня бензин закончился, я куда-то еду, смотри. Сейчас я тебя приму, погоди. Давай, я к тебе залезу, давай. Да блин, меня... Слушай, я хочу какую-нибудь тачку скоммунизить, все, я пошел тачку коммунизить. Пойду воровать тачку. А, ну иди сюда, говно, жопа, тварь. Смотри, что у меня. На, ты что, куда поехал, тварь? А, это ты бежишь, что ли? Да, я еду, я бегу к тебе, я бегу. Я не успел сесть, черт. Ай-яй-яй, ну куда? Жека! Это я тут. Я сажусь, я сел, погнали. Дрифт, пацанский. Ой, я выпрыгнул. Давай, убивайся. Но зато у нас есть права, это да. Да, права это уже круто. А как они быстро такие? Осталось 6 машин, или 5? 5 машин осталось? Мне кажется, их нужно... Да алло, куда? Ты считаешь машины? Да, 5 машин осталось. 4, 5, да. 5 машин. О, смотри, одного перевернули, мне кажется, его нужно добить. Смотри, наверху, за тебя. Вот этот, подожди. Ой-ой-ой, ну все, это он уже труп. Ой, мы горим! Или мы не можем? Ой-ой-ой! А! Жаль. Куда? Я не могу вылезти. Прикольно. Да, я умер. Ты уже трансформировался в бомжиху, да? Да, я бомжих. Из князя в грязи, как говорится. Что, может, мы на этом закончим? Как думаешь? Да, давай на этом закончим, в общем. Да, ну хоть нас если потерять обратно, но я... На, говно, тварь, жопа. На, тупой бомж, жопу. На, говно. Ладно, в общем-то, ребят, на этом мы закончим. Спасибо всем, кто смотрел. Заходите на этот сервер, будут еще ролики по сампу. Адванс Грин. Да, второй сервер, Грин, вроде бы, да. Или второй. Да, второй сервер Грин. Да, ну, короче, вот так, да. Давлю Игоря, вот, ну, байк. Короче, все. Вот так вот. Всем пока. Пока.